давайте, девочки, мы все сейчас расслабимся, отложим все проблемы на потом. Давайте лучше сегодня мы нарядимся и будем думать только-только об одном. О том, что мы сегодня все такие яркие, а все мужчины вновь наших ног начнут опять нас осыпать подарками. Но нам один подарок нужен, их любовь. 8 марта, мы сегодня королевы, мужчины будут нам букеты роздарить. 8 марта, мы на день забудем все проблемы.